Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря ждем данные по розничным продажам Англии в 7.00 по GMT. Далее в 8.30 по GMT выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. И в 10.00 по GMT данные по инфляции в еврозоне. Статистика на самом деле важная для соответствующих регионов еврозоны и Англии. Но евро и фунт меня в последние торговые сессии не особо интересуют, потому что хочется окончательно разобраться с дальнейшим вектором потенциального движения индекса доллара. И предлагаю тогда эти инструменты евро и фунт убрать уже как бы про запас и вернуться к ним на следующей неделе. Индекс доллара, текущие котировки 104.23. Доллар стабилен уже последние три торговой сессии. Я думаю, то, что до конца текущей недели особо картина не поменяется, и в целом эту пятидневку мы закроем вблизи текущих ориентиров. Рынок уже частично отдыхает после серьезных и агрессивных распродаж, которые последовали во вторник, когда вышли данные по индексу потребительских цен в США. Напомню, что показатель инфляции снизился с 3,7 до 3,2%. Базовая инфляция скорректировалась с 4,1 до 4%. И после того, как мы получили очевидные сигналы и признаки того, что инфляционное давление в американской экономике ослабевает, стало очевидно и ясно то, что американскому регулятору нужно будет корректировать монетарную политику и, соответственно, отказываться от прежней установки, которая предполагала сохранение жесткого подхода вообще к тому, что они делают. То есть удержание ставки на высоких уровнях и периодические вбросы, которые делались от некоторых представителей Федрезерва о том, что все еще уместно рассмотреть возможность дополнительного повышения процентной ставки. В среду, когда вышли данные по промышленной инфляции, напомню, что индекс цен производителей также стал убедительным доказательством того, что инфляционное давление идет на спад, мы, наверное, еще раз убедились в том, что действительно американскому регулятору нужно свернуть вот с этой дороги, которая предполагает проведение жесткой монетарной политики. Розничные продажи также снизились на 0,1%. Я обычно анализирую розничные продажи как индикатор потребительской активности. И поскольку сейчас мы видим то, что розница идет на спад, то будет, соответственно, еще меньший вклад в разгон показателя инфляции. Ну и вчерашние данные по первичным заявкам на пособие по безработице – это классический традиционный релиз до четверга, который является индикатором состояния американского рынка труда. Количество первичных заявок увеличилось на 231 тысячу. Это много. Это уже за пределами того допустимого диапазона, когда можно было бы говорить о прогрессе на американском рынке труда. И, честно говоря, слабый рынок труда – это еще один маленький сигнал, который указывает на то, что потребительское давление дальше пойдет на спад. Я имею в виду показатель инфляции. 231 тысяча обращений – прогноз предполагал рост всего лишь на 220 тысяч. Ну и вчера мы видели то, что после этой статистики индекс доллара все-таки оказался под прессингом, под давлением. Доходности американских облигаций пошли снова вниз. И это оживило, опять же, интерес к рисковым инструментам. Член Совета управляющих американского регулятора Лоретта Мейстер, мы очень ждали вчера ее выступления, подтвердила, что снижение инфляции стало прям очевидной тенденцией. И Федрезерву, она так вот сказала, за регулятор, за который, собственно, отвечает, нужно делать соответствующие правильные выводы. Может быть, это также намек на то, что ФРС на декабрьском заседании может дать нам сигнал о скором завершении текущего цикла ужесточения национальной денежно-кредитной политики. Поэтому в целом, друзья, текущий новостной фон за то, чтобы снижение доллара продолжилось, и в ближайшие недели мы увидели значение по индексу американской валюты даже поближе к отметке 100 пунктов. Будем ждать еще выступления Паула, потому что это как раз тот самый человек, который сможет окончательно прояснить планы регулятора в соответствии с теми данными по индексу потребительских цен и по инфляции в целом, которые мы анализировали и разбирали на этой неделе. Золото 1986 долларов за тройскую унцию, рост продолжается, цель 2000 долларов за тройскую унцию. Это целевой ориентир, я считаю, что он вполне реалистичен и может быть достигнут даже в рамках текущей торговой сессии, потому что интерес к золоту остается значительным, доходности американских облигаций снижаются, индекс доллара пока
в целом под давлением, и, как я уже отметил, вряд ли покупатели перехватят инициативу. Поэтому смотрим на сентимент, который также подсказывает нам, что толпа очень верит в скорый разворот. Но, как правило, когда на рынке преобладают такое позиционирование и такие настроения, рынок просто продолжает развитие того тренда, который сложился. И в данном случае этот тренд предполагает движение вверх той цели, которую я обозначил. Ждем 2000. Я думаю, что на следующей неделе мы вернемся опять же к оценке перспективы золота. И если увидим наличие или сохранение оснований для дальнейшего роста, будем уже ждать и ориентироваться на новые исторические максимумы. Австралиец против доллара 0.6467. Длинные позиции в приоритете. Напомню, что ставка на укрепление австралийца была основана на данных по рынку труда Австралии. Очень сильный отчет. Количество занятых в прошлом месяце выросло на 55 тысяч. Прогноз был 20 тысяч. По ожиданиям экспертов Reuters, средняя инфляция до конца этого года в Австралии будет в районе 4,5%. Это выше, чем прогнозировал сам Резервный банк Австралии. И это еще один сигнал, который указывает на то, что австралийский регулятор может снова вернуться к идее дополнительного повышения ключевой процентной ставки. Растут цены на железную руду, главные экспортные ресурсы Австралии. Сегодня мы можем увидеть уже максимальное значение с мая 2022 года. Это дополнительный фактор поддержки для экономики и для, соответственно, австралийского доллара тоже. И не стоит забывать еще про довольно оптимистичную, но пусть и локальную картину в рамках одного месяца по китайской экономике, где ранее мы зафиксировали вместе со всеми статистиками рост промышленного производства и розничных продаж. Поэтому ориентиры 0.66 и потенциально даже повыше. Доллар-иена 150.53 постепенно снижается. Ждем тестирования поддержки 150, уход пониже, и там уже будем повторно покупать. Пока что макроэкономические данные неоднозначные, но по доллару мы уже их все разобрали. По японскому экономике сейчас каждый отчет – это какой-то прям негатив. Последние данные по торговому балансу указывают на то, что экспорт снизился на 1,6%, импорт на 12,5%. Доллар-канадец 1,3750 – эта сделка у нас является своего рода хеджевым инструментом, который позволяет нам несколько перестраховаться от негативной динамики по рынку черного золота. В прошлый раз я анонсировал эту сделку с ожиданиями роста выше 1.38-1.39, даже с целью 1.40. Эта сделка пока актуальна, тем более, что рынок нефти сейчас демонстрирует явную нисходящую динамику, и нужно, чтобы нефтянки кто-то кинул спасительный круг. Я думаю, что заседание ОПЕК вполне может справиться с этой задачей на следующей неделе, потому что если страны ОПЕК согласуют дополнительное сокращение производства нефти, что-то нужно сделать, потому что в конечном счете котировки могут продолжить снижение. А участники энергетического пакта заинтересованы в том, чтобы Brent котировался и держался над планкой $80 за баррель. Поэтому долго, я думаю, не заставляет стоится нефтянка ниже этого уровня. И если ранее вы не рассматривали длинные позиции, друзья, подумайте сейчас о долгосрочном инвестировании в этот актив с горизонтом последующего года и ожидании того, что нефть воспользуется поддержкой всех тех факторов, которые мы отметили ранее. Самый главный из них – это неизбежный дефицит предложения. И на этом фоне сможет вернуться в район $100 за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока.